Всем привет! Смотрю сейчас, мистер Макс нажрался 18+, от Паши Микуса. Ни хрена себе, у него уже 1 283 000 подписчиков. Последний раз я заходил на его канал, когда там было 500 или 600 тысяч. Давненько, к Павлику-то я не заходил. Что могу сказать по этому видео? Напомнило мне пародии Руслана Тушенцова, где они показывали будущее мистера Макса через 20 лет, что он там бухает, наркотики употребляет, занимается разбоем, как его сестренка мисс Кетти, тоже стала развратной девицей, бухающей, употребляющей наркоту. Так вот, здесь Павел Микус сделал пародию на то, что мистер Макс, этот молодой ребеночек лет 10, типа пробует алкогольные напитки. Пиво 2,5 литра, водяра там где-то есть, самогон и все остальное. Замотал специально, вы видите, в бумагу, но неправдоподобно. Для детишек, которые являются основной аудиторией Павла Микуса, может быть, видос и зайдет. Но вот мне, как взрослому человеку, да, сразу ясно и понятно, что там обычная вода, потому что ребенок, если вдруг попробует алкоголь, водку, у него будут совершенно другие эмоции, абсолютно другие эмоции, понимаете? А не так, как сейчас. Ребенок улыбается, ему весело. Ну-ка, пиво, пиво. Вы видите, счастье-то сколько, что в видосе снимается. А то, что там пиво, которое дети не любят. Я просто помню себя, когда я первый раз попробовал алкоголь. Это было ужасно. Я ставлю этому видео минус, то бишь дизлайк вот такой. Мне не понравилось. Паша, креатив лучше. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Покеда.